Состояние классов и коридоров, благоустройство территории и школы номер 8 в Химках осмотрели на предмет готовности образовательного учреждения к 1 сентября. Депутат Юлия Ишкова вместе с родителями учеников прошли по школе, оценили чистоту и состояние помещений. Необходимо все-таки закончить небольшой косметический ремонт в классах. Директор школы сказала, что к 1 сентября все будет готово, но и, в принципе, время еще есть, поэтому к 1 сентября готовность школы будет на 100%. Также депутат Юлия Ишкова отметила качественное благоустройство школьной территории, привлекательности которой добавляют высаженные родителями цветы. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.